10-й маршрут меняет схему движения. С 26 ноября автобус номер 10 будет осуществлять дополнительные рейсы. Они проследуют по автодорогам под номерами 1А, 15 и 15А. Далее через остановку ИК-14, заменив тем самым трамвай номер 10. В схему движения добавлены 10 дополнительных остановок, две из них по требованию. Первый рейс десятки от остановки РМЗ по будням будет отправляться в 7.17 и 8.52 и вечером в 17.10. В выходные в 7.26 и 20.25.